Hollow Knight, игра от студии Team Cherry, давным-давно завоевала наши сердечки. Я думаю, у многих из вас, по крайней мере. Итак, указатель. Забытое перепутье. Вспомнить бы, куда тут теперь идти еще поначалу. О, они падают со звуком таким характерным. Я уже и забыл, насколько это атмосферная игра на самом деле. Так, мы вошли в какой-то храм. Храм черного яйца. Здорово. Воистину это чудо. Воистину это чудо. Честно, ничего не помню. Ой, тут какой-то... Да, дают много бабок. Но относительно. О, привет. Привет. О, похороните маменьку, бледна, та и худа. Похороните папеньку, уснул он навсегда. Сестричек закопайте, в рядочек положив. Да и меня не к ним надобно, пока я еще жив. Здесь пройти мы не можем. Стример получил урон, ну и лох нулевая. Нулевай. Не особо тебе и рады тут. Так, ну примерно вот то, о чем я вам и говорил. Вот этот чувак. Так, тут вообще везде надо осматриваться, потому что в игре запрятано огромное количество секретов. Купить карту области, да? Давай. А, кстати, босс, по-моему, где-то вот как раз-таки где-то здесь. Заплатили, если я правильно понимаю, за быстрое перемещение. Ну, собственно, да, это у нас получается своего рода быстрое перемещение. Можно, наверное... Нельзя. Черт. Ух ты ж, бля. Дядь, подожди. Ага. Довольно. Все-таки что-то еще у ручки-то помнит. Вставай, вылезай. Здорово. Сделать с ним ничего другого, к сожалению, нельзя. Можно только прикончить. Извини, что разминулись. Если собьешься с пути, загляни в наш магазинчик в Гризмуте и купи карту нужной тебе области. Цены у нас просто замечательные. Чил в пустотном, да ты мазохист. Да, это отличная игра. Так, ну и что? Магазинчик-то у вас открыт? Да, магазинчик открыт. И все? Больше ничего не скажешь? Пока. Дверь с прорезью в ней. Ну, это пока не работает. Файт. Это я помню хорошо. Спокойно. А, все? Нас вот отбрасывает. А это, естественно, не очень хорошо. Я помню, есть какой-то амулет, который позволяет не отбрасываться во время атаки. Типа, чтобы не было отдачи. И это убер хорошая штука. О, картограф где-то сидит. Чилит. Купить карту? Да. А, вон скамейка. Ура, скамеечка. Так, мы можем пойти налево, можем пойти направо. Справа у нас... Я не помню, как с ним сражаться. Неприятно. О, блядь, ты еще и артиллерия. На дальней дистанции, да, меня так душишь? Вот геморрой. Эй, тут второй сидит. Умру ведь? Умру ведь? Умер. Опять сдох. Об него же. Вот этот легко дается, а тот почему-то нет. Так, ну у меня полно этого. Давай-ка я тебе вот так вот сделаю. И ты больше меня не будешь беспокоить. Так, и все. О, бля. А я думал, будут еще какие-то диалоги. Понял. Все, давай, на мужика не лечимся. Достаточно тебе уже, господи. Ведь... Что еще скажешь? Я увидел там очень странного товарища. Кажется, он пристально наблюдал за озером. И что там за чел? А, ты? Блять! Че ты противник? Да, кстати, эти тоже вон заполняются. Задние. Спасибо. О, что это такое? О, кусочек маски.
Это ценно. А, тут у нас... Я понял. Не помню только, как с тобой сражаться. Вот тебе аж 2 дэмэджа дал. Вот и все. Пепега. Нифига с вас поразлеталось. Нет, блядь, большая черепаха подставила меня. Теперь я почти мертв. Слишком рано. Да и блядь, ну что, сука. Вспомнить, конечно, как они себя еще ведут, тут это стоит отдельного респекта. Опа. Они прилетают обратно. Блять. Лол. Да ты посмотри, что делает. Это просто. Отлично. Мразь. Да блять. Да заебало, блять. Нет, ну это мразотство высшей степени, я считаю. А, это вокзал Королев... О, здорово. Скажи, ведь ты тоже едва-едва слышишь эхо колоколов? Слышу, слышу. Ну и все, здесь пока отдохнем. Со следующей серии начнем продвижение куда-нибудь дальше. А, мой маленький друг, ты нашел меня в самый подходящий момент. Это вот не задевается. Ай. Урона вообще нет. Ладно, хрен с тобой, хотя бы так. Убивать их запаришься, на самом деле. Не хочу этим заниматься. Нет. Здесь что-то надо применить, по-моему, но я не помню что. У меня этого пока точно нет. Тоже пипега противник. А, блядь, ты еще и кататься умеешь? А, у нас босс-файт с грибами. Ух ты ж, бля. Минус один. Фокус на вот эту кнопочку. Блять. Отлично. Отлично. Идем к победе. Понял. А, ты что, не сдохло? Да, блять, тебя в рот. О, здорово. Ты задел меня? Опа, здорово. Интересно у вас тут. Так, это богомолы. Понял. Вот неужели нельзя выйти на контакт? Поговорить там, типа спросить. Йоу, спутник. Ой, путник. Говорю, что ты тут делаешь? А не вот это вот. Умри, 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 да умри. Как будто я выгляжу злобно как-то. Первые ведь атаковать начали. У него клешни работают как шипы, от которых можно отталкиваться. Вот это уже что-то с чем-то. Деревня богоболов. Вот здесь вон, смотри, что-то пробивается, луч света какой-то. Как будто нам туда вниз надо. Так, что это там такое вкусненькое? А, я, кажется, знаю, что это такое. Это... Ить. То, что нам поможет отталкиваться от стен. Да, блядь. Алло, ты же прыгать должен. Да, блядь. Это надо научиться еще этим заниматься-то. Ой, блядь, как все хуево-то. Да. Так, тут есть что-то ценное, и что-то это ценное я заберу себе, обещаю. Опа. Да, я так и думал. Опа, это было близко. Так, по идее, сейчас должны быть боссы уже где-то. Лорды богомолов. Пипеги, я помню ваш мувсет. Ай, блядь. Неприятно. Вообще урон не прокачан. Нет. Что с уроном? Че он не умирает? На нахер. Подустала?
Блять. Нужен быстрый фокус. Быстрого фокуса не хватает. А, вот она. Блять, ну да, отпиздите меня еще. Все, прощай, Гео. Понял. Уходи, уходи. Бля. Да. Не хватает. Не хватает быстрого фокуса. Но я сделаю еще одну попытку. Еще одну. Потому что больше всего я просто объебываюсь на вот том, как они кидают свои копья. Вот это я уже не на фулы восстановился, это плохо. И ты тоже огребай. Все, это все дело техники. Че, открыли мне дверь? А где плюшки? Плюшек не будет? А, подождите, вы мне открыли территорию новую? Глубинное гнездо. Но мне нахер не надо глубинное гнездо. Не-е-е. Подождите, я сражался для того, чтобы открыть себе другую локацию. Не, ну я сюда пока не хочу. Ну вот это, блядь, вообще пиздос. Опа, бабки. Чё это? Не бабки. Печать Hollow Nest. Ну, чё это? Метка гордости. Так, а это что? Ну повернул бы ты ебало свое налево маленько. Ай. Спокойно, леди, я иду. Здорово. О, скамеечка. Так, здесь кончается путь скитальца. Перед тобой лежит сердце Hollow Nest. Уступай же вперед и присоединяйся к его славе. Понял. По-моему, я сейчас помру. Бум! Вот мы и восстановили мост. Красотища какая. Опа, так. Большая статуя рыцаря. На груди у него углубление. Вставить герб города? Yes. Ну давай, показывай. Что? Звонокрыл. Ага. Ай. О, здорово. Почилим. Привет. О, да, вон, кузнец. Ты же, блядь, вообще не в состоянии бить поверху. Как тебя так сделали? Так. Принес еще один гвоздь на заточку. Оставь его на земле и возвращайся позже, если, конечно, выживешь. Как пожелаешь, тогда я примусь за работу. Ну да, некоторых противников ваншотит, этих с двух тычек. Уже не надо три тычки делать. Это радует. Теперь твоя очередь. Ладно. Посмотрим, что у нас тут. О, тут у нас большой обрыга. Здорово. Сейчас прилетит! Мразотно, 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 конечно, мразотно. Может быть, ты хочешь купить копию моего последнего наброска? Слушай, да давай куплю еще 90 грошей. Для меня это ничего. Не помню место это. А это вот это, блядь, очень подло было сейчас ставить там противника, которого я физически не могу видеть. Здорово, ребята. Блин, вот я помню, где-то же тут был какой-то секрет. Ага. Печать Hollow Nest, да. А ручки-то помнят.